Раз, два, три, начало записи. Добрейший денек, друзья, с вами КВБ ТВ. В общем, я уже тут в лесу, у нас тут водный поход намечается. Там вон за елками качают лодки. Как мы ехали сюда, я не снимал, мы ехали вдвоем с Лехой, с его батей на машине. Это было что-то с чем-то. Мы приехали сначала не в то место, потом еще какая-то фигня. Потом Леха машину толкал и сидел, угорал. Ну и в общем, посмотрите наше видео сейчас, оно будет долгим. Сейчас я покажу, как все это там выглядит, лодки, там все дела, вот так. Короче, мы тут плывем, у нас вон Леха, где Настя, Настик. Вот, мы тут плывем, Настя командует, Леха гребет, а я отдыхаю, тут так солидно у нас все. Настя командует, ага. Вон там речка. Это вон какие-то это... цыгане плывут. Я не знаю, что за цыгане плывут. Вот. Смотрите видос эту за айфон, бой. Скажите чиз! Чиз! Сиськи! О, коряга, так, в общем, ебать. Мы отплыли далеко от наших и решили встать на стоянку на обед. Тут он середина реки, мне, блин, по колено воды, даже меньше. Я тут хожу, вон наша лодочка стоит. Ну тут, во, воды реально по колено. Вот в центр реки, сейчас могу всю реку перейти. Вот так вот. Вон Лёшка идет. Настя, поздоровайся. Привет, подписчики канала. Идем к горизонту. Ребята, в общем, приплыли мы уже на стояночку. Тут уже разложили палаточки, там срубили дерево, кастрик валим. Сейчас вам покажу наш лагерь. Покушаем, там попоем песню у костра. Ну, наверное, будем ложиться спать, потому что завтра у нас в 9 отплыв. Первый день, конечно, получился так себе. Ну, в том плане, нет, он получился офигенным, но я наснимал так себе, мало материала. Лагерь наш где-то вон там. И сейчас, короче, я вам его покажу. Две палаточки стоят, первые две. Две лодки укутаны в тент. Третья палаточка, вон там сидят. Кто-то там еще ушел, такой костерчик. Еще и палочки, все дела, все как надо. Короче говоря, наш день подходит к концу. Вон Алексей, блин, нифига почти не видно. В общем, первый день, как у нас был, реально офигенный, не согласись. Офигенный день, интересный такой. Второй день, надеюсь, будет таким же офигенным. Только утром надо будет сварить кашу, похавать, поплыть дальше. Но сейчас что будет? Сейчас будет вечерний костер, попоем песенки, вам это ставим. Сейчас мы покупались недавно. Ну и все, наверное, первый день вот. Может, у вас через секунд 45 так точно закончится. Блин, еще так долго. Все. Короче, всем спокойной ночи, там, кто смотрит все дела. Ну, мы жестко устали, короче. Мы жестко устали. Вымотались. Мне еще поплавал, головой в дно воткнулся, там, мелко. В общем, ну да, ну, в общем, все, все. Спокойной ночи, там, ставьте лукас, все дела. Будет новый. Стрыкало. Северный ветер? Нет, ну в смысле не стрыкало, а стрыкало. Какая разница? А ты что не играл? В общем, уже второй день. Мы только что проснулись.
Леха уже успел покушать, я нифига не успел. Я спал, я так сильно хочу спать, что не знаю, что сейчас делать. Сейчас мы куда-то топаем, поссать. И, блин, сейчас мы будем уже скоро уплывать. Пока все лодки будут накачиваться, мы с Лехой на середину прямо заплывем, кинем якорь и будем стоять. Ну вы там это смотрите дальше. Там у меня сел пауэрбанк почти, сел почти айфон, но зато заряжена GoPro. Вообще офигенно. На лодке. В общем, да, посреди речки мы с Лехой отдыхаем. Там он все работает на берегу, а мы тут отдыхаем, ну, так солидно. Стоим, якорь бросили, там вот это якорь в воде наш. И все. Жилецкий. Да, кто-то Лехе Жилецкому не ездил. В общем, мы будем сейчас поплывем где-то через минут 15-20. Вот. Ну смотрите дальше. Надеюсь, на карьеру сегодня поплывем. В общем, друзья, мы так отдыхаем хорошо. Просто бросили все весла, лежим с Лехой, отдыхаем. Настя на гитарке играет. В общем, плывем тупо по течению. Такие красивые берега, блин. Мне нравится, в общем. Надо поспать и плыть дальше. Да, вот, все, смотрим. Вот, ребята, в общем, мы приплыли на офигенный берег. Там плывут наши. Вон там плывут наши. Дофига наших плывет. А вот там какие-то туристы отдыхают, кстати. Да, там туристы отдыхают дальше. Вон такой берег обрывистый, офигенный. Давай, Леха! Первый пошел. В общем, друзья, мы остановились на стоянку. У нас все хорошо, правда, нам не разрешили загонять в магаз. Тут полкилометра, сказали, ой, что тут, пойдете, сядьте, пожрите и поплыли дальше. Тут такое солнце палит, у меня уже плечи, походу, обгорели. Там какие-то юные десантники, там у всех хавают, речка. Что ржать будем? Да. Пацаны, блин, на байдарках так валят. Мы их обогнали, ну, они выплывали где-то. Но мы плыли из них час назад. Они нас обогнали, вон, 2 минуты назад, и поплыли уже, километра 2 от нас отплыли. Вот скорость мощная у них, и доплывают быстро. Ну, это, блин, это байдарка, в конце концов. Так, в общем, а мы сейчас покупаемся, поснимаем, мы поели, пошлем, поплывем дальше. И решили сегодня поспать нетрадиционным способом. Мы, короче, решили спать в лодке. Сверху натянули тент, вы сейчас увидите, там, как домик получилось. И будем спать... С Лехой вдвоем в лодке, и там еще два пацана будут тоже в лодке спать. Ну, шизанутые. Ну да, мы немножко такие конченые. Вот, я уже там поспал, шея затекла дико. Ну, сейчас поиграем, наверное, на гитаре. Там сейчас ходим по делам пару раз, и все. И, наверное, конец второго дня. По делам. Красивый заказ за мной. Вот, сейчас мы вам покажем наш дом, блин. Итак, вот наш дом, блин. Вот они будут спать, вот эти вот два чувака будут спать в этой лодке, да? А мы в той. То есть у нас лодочка поменьше. Ты запал, Алёш? Да. Камеру взял. Ну вот, кричите мне во дворе. Камеру убери. Я за луком. Законом не запрещено. Лёх, где лук? Там. Лук вон. Я помню. Не, они целый обрезанный. Пошли. Украинская душа всегда хочет сало, сука. Заходим аккуратненько. Что мы тут видим? Спущеночка. Ой, блин, какая спущеночка. Тушеночка. У нас тут темно, правда, ни хрена не видно. Тут вот тушеночка, сальца, лучок. Блин, общем, сальца-то забыли. Сальца вон. Надо было что-нибудь сальца сейчас взять, да. В общем, мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Челочек здесь нет нормальных, поэтому можно и лучка бахнуть. Вот, смотрим, кушаем.